лет проходить. Так как, как я говорил, проблема по прохождению трассы существует, единственным решением у нас была возможность пройти в охранной зоне уже своей существующей студии, линии 110 кВт. Обратите внимание, ее видите вдалеке, повышенные опоры. Это питание подстанции «Рассвет» Сабакан района, ВЛ-110. Значит, мы от подстанции «Рассвет» вдоль нее будем идти. Первая отпайка, мы ее еще покажем, будет у нас в «Рассвет». А конечная точка еще одной линии будет вот сюда врезаться, вот в эту сторону. И теперь, уже закончив, к селу Калинина подходит. Первую точку показали, вторую точку, а это третья. Это как раз будет осуществлено питание резервирования и для улучшения качества третьей части. Это которая Белых Облаков. У нас идет детский сад, знаете, и та сторона развивающаяся, где точки подключения уже выданы. Старую линию, предупрежу сразу, никто убирать не собирается. Поэтому это мы резервируем, мы улучшаем качество и добавляем мощности. Необходимость вызвана той ситуацией, которая сложилась, особенно в зимний период, при переходе потребителей на электроотопление, нагрузки резко возросли, и поэтому нам не хватает не только мощности подстанции, но и не хватает напряжения по стороне 10 кВт, от которой эти подстанции запитаны. И поэтому вы все понимаете наглядно, вы же в дом не ведете трубу на 16, а вы ведете большую трубу, а потом ее тонкими распределяете. Соответственно, тут так и получилось. Труба, которая грубо на пальцах, по которой приходило питание, теперь с отводами не справляется. Соответственно, мы сейчас несколько труб подводим, питание осуществляем, и где возможность будет распределить и уже добавить. И мощности добавить по заявкам и улучшить качество уже существующих. Речь идет о строительстве новых линий, об усилении потенциала. Да, да. Что касается дальнейшего развития, здесь уже вопрос все знают о необходимости строительства подстанции. Потому что на сегодняшний день мы исправляем ситуацию по напряжению именно существующих. Дальнейшая закладка подстанции, причем с учетом перспективы развития, она необходимость не исчезла, и поэтому она обязательно. Это надо рассматривать, и рассматривать, скажу, надо уже сегодня. Потому что то, что мы сделаем, от силы год-два мы сможем поддержать вот это, и все. Дальше нужны мощности развития. Тем более, все видите, подстанция 110 кВт есть. В районе ее ставим подстанцию, ставим трансформаторы 25, если по расчетам надо будет 40, значит 40 мегавольт ампер. И уже для развития всего региона это будет достаточно.